все внимание сюда, ребята мои дорогие. Сегодня у нас какой праздник? Крещение. Крещение. Спасибо. А что это за праздник такой? Крещение Иисуса Христа. Крещение Иисуса Христа. Совсем недавно, 7 января, мы отмечали Рождество Христово. То есть родился Иисус Христос. А сегодня, 19 января, день Его крещения. И крестили Его не маленьким ребенком, а уже взрослым мужчиной. Сколько лет? 30 лет. 33 года, да? Нет, 30 лет крестили. 30 лет крестили? Хорошо. На какой реке Его крестили? Иордан. Молодец. Кто у нас такой? Гугл. Нет, на интернете. На реке Иордан. И сегодня день крещения, да? Вот до крещения были святые дни. Все эти дни считаются от Рождества до крещения святыми, да? И после крещения ребята обычно колядовали, пили колядки, ходили по дворам, прославляли хозяев дома, желали им добра. Ну а хозяева, конечно, угощали их пряниками, печеньем, конфетами. Вот у нас сегодня в гостях уже поколение то, которое, наверное, сами колядовали, ходили, правда? Ходили. И сегодня они даже, может, нам что-нибудь расскажут про то, как они веселились. Наши колядки немножко, ну, как бы опоздали, да, потому что у нас было много выходных, но мы сегодня с вами немножко представим, как это было в старину. Ну, а что это за праздник такой, крещение? Я вам предлагаю посмотреть всем на экран и уже побольше узнать об этом празднике. Давайте смотреть фильм. Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с великим праздником Крещения Господня. Наверное, многие из вас уже принесли из храма крещенской воды. Действительно, в этот праздник во всех православных храмах совершаются водосвятные молебны. И вот сам Иисус Христос пришел принять крещение. Мы видим Его, Иоанн недоумевал. Сам Господь пришел креститься от Него, простого смертного, который недостоин даже развязать ремень на обуви Спасителя. «Так нам надлежит исполнить всякую правду», — ответил на Его недоумение Господь. С великим праздником вас, дорогие друзья! Храни вас Господь! До новых встреч! Ну что, ребятки, поняли, да, что это за праздник такой? Да. Ну, а перед праздником, как я уже сказала, предшествовало Рождество Христово, и дети ходили, колядовали. Но это мы сейчас с вами, дети, колядуем. А раньше, вот когда бабушки были молодые, то наряжались парни и девушки. Наряжались свои самые красивые костюмы, народные, наряжались в животных. У кого там, вот и сегодня у нас, посмотрите, на празднике нашем, тоже многие дети наряжены. Здесь есть и козочки, и белочки, и зайчики, и мишки, и просто в нарядных костюмах красивые наши матрешечки, можно их назвать, да? Ну, я уже сказала, что мы сегодня будем с вами колядовать, хотя время уже у нас прям вот так ограничено для коляды, но мы все-таки для детей, для вас устроим такой праздник. Коляда – гостья жданная, гостья в каждом доме желанная, каждый год издалека приходит, всем, кто ее встретит, да приветит, добра пожелает, во всем помогает. Пойдем мы с вами сегодня колядовать, там живут люди богатые, добро гребут лопатою, глядишь, и нам что-нибудь перепадет. Но прежде чем идти колядовать, давайте мы с вами колядку все-таки повторим. Вот ребятки, которые занимаются вокальным кружке, они колядку знают. Ну а кто еще не знает, то мы с вами сейчас ее разучим и пойдем колядовать к хозяевам, которые у нас здесь живут в каждом доме и ждут нас, ребята. Ребят, а коляда у нас вот такая. Коляда. Да, сначала слова повторим, да? Коляда, коляда, пришла коляда накануне Рождества. Мы искали коляду по всем дворам, по проулочкам нашли коляду. Мы сначала пойдем
тетке Ларисе. У Ларисы во дворе. Коляда, коляда, пришла коляда. Накануне Рождества мы искали коляду. Открывай ворота, доставай пирога, открывай сундучок, доставай пятачок. Кто не даст пирога, мы корову за рога. Кто не даст вспышки, мы домой вовши. Ну, напугали, ну, за такие песни. Есть у меня для вас подарочек. Что ж, ребятки, давайте. Так, вашу корзиночку. Берите подарочки, угощайтесь. А теперь, да, ребятки, скажем спасибо этому дому. Спасибо этому дому. Мы пойдем к другому. Мы встаем все в кружок, будем праздник продолжать, будем веселиться. Я пою, мы идем по кругу с вами. В конце песни каждый должен найти себе одну пару. Девочек в круг возьмите, вот маленькие сзади вас. Готовы? Идем по кругу. И шел козел по лесу, по лесу, по лесу. Нашел среди принцессу, принцессу, принцессу. Давай, коза, попрыгай, попрыгай, попрыгай. Попрыгай, 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 попрыгай. А теперь каждый нашел себе пару. Теперь ручки сделали кренделечка. И кружимся. Яска пошла. Во время колядок, вот в эти святые вечера, гадали,
Гадали раньше? Да. Гадали. На что гадали? Расскажите-ка нам. На Аленке. Вот нам сейчас бабушки расскажут. На что раньше гадали? На женихов гадали, конечно. Какой жених будет, богатый или бедный, да? Пьющий. Или не пьющий. Работящий. Да, работящий. Или ленивый. Но мы с вами не будем на женихов гадать, да, и на девчонок. На конфеты гадать. Вот здесь у нас конфетки. На конфеты. И каждый по желаниям. Вот сейчас я к каждому подойду, вы достанете свою конфетку и прочитаете, что же в этом году вас ожидает. Да, вас ожидает. Прямо по одному. Так, ну давай. Так, что у нас Лерочку ждет? Нет, Илонка. Давай, давай я лучше, давай. Поздравляем, ты у нас учиться будешь, просто класс. Ух ты, Лера скоро школа. Отличницы будешь, да? Ребятки, посмотрите-ка на нашу корзинку, сколько мы накледовали. Пора нам с вами и за стол. Проходим в соседнюю комнату. Так, Настя, Даниэла, держи. Анечка, держи. Повеселили детишки? Да, да, да. Дед хороший, дед.